Только въехав в старый город, мы устраиваемся в гостиницу и отправляемся осматривать город. Традиционная ориентировка на местности. И вот мы у подножия 93-метровой башни, ставшей символом Севильи. Это Хиральда, бывший минарет мечети, а сейчас колокольня кафедрального собора, который является основной городской достопримечательностью. В Андалузии все соизмеримо с человеком, кроме собора. Севильский собор самый большой в Испании и третий по величине в Европе. Среди его протяженных фасадов нет центрального, выделяющегося внешним видом. В мрачной тени собора хранится немало реликвий и сокровищ. Говорят, что крест собора сделан из первого золота, привезенного Колумбом из Америки. А в соборе, как утверждают, захоронены останки мореплавателя. Мы легко поднимаемся на Хиральду, с которой открывается великолепная панорама Севильи. И видно традиционный апельсиновый дворик, сохранившийся со времен мавров.
мы выходим к Золотой башне на набережной реки Гвадалквивир. И здесь же начинаем автобусную экскурсию по вечернему городу. Благодаря этой обзорной экскурсии мы посмотрели город и скорректировали планы на завтра. Мы начинаем с посещения дома Пилата, который, как оказалось, был рядом с нашей гостиницей. Этот дворец 16 века назван в честь известного библейского прокуратора и построен с повторением некоторых элементов его дома в Иерусалиме. Это особняк первого маркиза Тарифы. В площади Триумфа входим в Алькасар. Это прекрасный архитектурный памятник в стиле Мудехар. У Алькасара древняя история. Еще римляне построили здесь свою приторию. От старого мавританского замка сохранились лишь часть суровых внешних стен с башнями и один внутренний дворик.
дворцовый ансамбль дополняется прекрасными садами разного типа. В одном из них стоит павильон Карла V, архитектура которого сочетает итальянские и мавританские черты. По пути к выставке 29 года мы отдыхаем в парке Марии Луизы возле памятника Колумбу. Огромное значение в развитии Севильи сыграло то, что в ней в 29 и в 92 годах проходили всемирные выставки. Грандиозный павильон Испании, построенный для выставки 29 года, имеет форму полукруга диаметром 200 метров и обрамляет одноименную площадь. Если у вас нет сил ходить пешком, можно взять на прокат такой транспорт. На площади Америки Ира со своим извечным желанием накормить голодных радовалась, пока голодающие не захотели сесть ей на голову. Сохранившиеся павильоны выставки, выполненные в национальных стилях, придают специфический колорит городу, а это дворец Сан-Тельмо, памятник барочной архитектуры. Дворец носит имя святого Тельма, покровителя мореплавателей. В верхнем ярусе пролета арки фасада статуя святого Тельма с кораблем в руке. Между колоннами с резьбой стоят статуи разных святых. Здание бывшей табачной фабрики, на которой по преданию работала Кармен.
а сейчас это университет. Посещением аллеи Геркулеса, легендарного основателя Севильи, мы заканчиваем осмотр Севильи.